Когда на кастинге у меня спросили, что я хочу получить от конкурса, я честно ответила: много-много денег. Но сейчас я узнала, какой будет главный приз. Именно поэтому я выступаю на чистом энтузиазме. Билет стоит 1200, а главный приз — корзина с фруктами. Я... Вы не подумайте, я не меркантильная. У меня просто аллергия на цитрусовые, как и на мой родной город Братск. Я вижу немой вопрос в ваших глазах, что такое Братск? Ну, как бы вам объяснить? Братск — это как Бердск, только Братск. Кстати, когда мама была мной беременна, я очень сильно пиналась в животике. Она думала, что я ее не люблю. На самом деле, я просто пораньше хотела уехать из Братска. Мне кажется, или кто-то фальшивит. По-моему, это участницы, которые говорят, что хотят победить в конкурсе. Забавный факт. Вы купили билеты за деньги, а я выступаю бесплатно. Задаетесь вопросом, почему именно эта мелодия? Ну, для мисс НГУ с такими призами сойдет и такая. Почему скрипка? Мы тянули жеребий. Танцы, танцы, песня, скрипка. Да, вам повезло. В конце своего выступления я бы хотела подарить каждому из организаторов по памятному подарку от моих друзей компании Apple, но за энциклопедию от клуба «Квант» достаточно и простого спасибо. С вами была Павлова Валерия, участница под номером... Да неважно.